Судебный пристав опекает маленьких детей, от которых отказались родные матери. Именно этот образ на подарочных открытках решили изобразить участники творческого конкурса от ФССП. Лучшие изображения судебные приставы накануне Международного женского дня дарили матерям-алименщицам, чтобы лишний раз напомнить им, как важно заботиться о детях и их обеспечивать. 1/10, наверное, процента остатков сейчас от исполнительных производств у нас это женщины. И она неуклонно из года в год, к сожалению, растет. Количество женщин, которых суды лишают материнства, родительских прав и которые не оплачивают алименты, в службе судебных приставов в течение даже 2018 года увеличивается. У Натальи 8 детей. На всех ее лишили родительских прав, и ребят отправили в разные детские дома и приемные семьи. Долг по алиментам у женщины огромный – 2 миллиона рублей. Погашать его она начала недавно. Официально устроилась на работу. Трудится по ночам швеей. Дети, рассказывает горе-мать, на нее не сердятся. Старшие даже просят помочь с воспитанием. В свободное время Наталья сидит с внуками. И двое девочек, они под опекой. Но мы не общаемся. Я потому что боюсь нарушить психику. То есть, как бы дети живут в других семьях. Возможно, считают этих людей своими любимыми родителями. И тут вдруг здравствуйте. Я боюсь, что просто у детей я могу сломать психику. У нас довольно-таки дружная семья, даже дети, находящиеся в детском доме, мы все видимся, мы все общаемся. То есть они все вот-вот уже домой, и поэтому все прям уже рвутся, стремятся, все, стараются. Несмотря на то, что трое детей уже совершеннолетние и на них платить не нужно, алиментная задолженность от этого не исчезает. Судебные приставы вручили Наталье открытку и обещали следить за ее трудовой деятельностью. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.